4 июля. Поехали на Томи, постоим, порыбачим, отдохнем. Решили новых мест не искать, ничего не испытывать уже. Как бы тепло, надо купаться, отдыхать. Пошли первый брод на студеном плесе. Вот. Решили аккумуляторы снимать. Ремень с генератора. Воды немного. У нас там маленькая еще такая защита есть, если шокнет, сетка стоит. По-моему, за 2 недели воды стало еще меньше. То есть дождей особых не было. Ну, сюда вот только и проехать, по-моему, в это время. Сейчас к третьему броду подъезжаем. Даже вернее, это не брод будет, а вдоль берега будем ехать. Раз 0,5 километра. А сюда на УАЗике не проехать. Сильно глубокое. Камень как бы такой крупный. И колеса прям вылетает. Даже чуть всплывает машина, шкура маленькая на нем. Вот она. Лодка плывет. Или выдра, или лодка лома. Вон она, сейчас она была. Вон она плывет. Сейчас выдержит. Вон она, норка. Норка. Животина есть еще. Хорошо. Шестой брод проехали. На седьмой заезжаем сейчас. Давай выше. Можно хотя и здесь проехать, но давай выше зайдем. Седьмой брод. Как бы много по реке островов, вот не двигайся с острова на остров, то есть галсами такими идем, и вдоль железки как бы там мало, 3 км всего может быть проехать, остальное все это надо вот по воде, то есть машина надо, чтобы хоть чуть-чуть была подготовлена, что и ямы могут встретиться, и на камень напороться, мостов можно, то есть хотя бы какое-то время, чтобы она простоять смогла в воде, работая. Как через лужу здесь дуром не проехать. Вот, 8-й сейчас будет брод. Там вот как интересно, красиво. Да, река та же самая. Да, река та же самая, точно. Брода в брод. Ну вот, пошли. 9-й брод. Сносим, как бы это глубоковато. Ну вот, то есть 9 таких полноценных бродов. И почти на месте. Ну, до Тебы, наверное, еще штуки 3. Доехать кто-то желает. Воды поменьше стало. А это про таким мы по краю даже ехали. Ну, наш след остался с того года.
маленькая. Блин, ну отличное место. Случайно найденное. Даже захотелось в этом же году и через буквально 2 недели опять сюда вернуться. Ну вот, сейчас будем парковаться. Посмотрим. Вени то зевает. Чё, блин? Ваня раскладывает пока. Вот. Ой, хорошо, Ваня, что мы все-таки сюда поехали. Хорошее место. Хорошее место. Вот, чтобы палатку поставить. Такая вот у нас приспособа. Не знаю, как ее назвать, но вроде как, если растягивается, держится крепко. Но она железная, борта вот эти встают. Нормалек. Выцвела какая. Да. Вот жара-то как стояла какая. Вот. Точно выцвела. Мы думали, она влажная. Ничего, хорошо. Материал очень хороший, да. Даже влажную сворачивали. Вот как с баней. Вот вроде влажную сворачиваешь, потом выставишь, все сухая. Тоже, да? Интересный. Это верх. Шашлык заготавливаешь? Да. Ножи, блин, прям вообще. Мертвые ножи. Мертвые. Хороший нож забыли дома. Ладно. Им столовыми резать, мучиться. Дровину с собой привезли. Что-то по берегу желания никакого нету бегать, искать топляк, который не горит. Это кедрух у нас запасной уже болтается 3-й год даже. Это мы ездили. 3-й год уже. Куда мы ездили-то, где мы? Пильнули-то, блин. С Крестовки сушенку привезли, точно. Пеньков 7 было таких мощных. И один последний уже преть начал. Там расколоть ему уже, наверное. Ну все, так вот. Сейчас только говорю. Когда солнечная погода, жара. Здесь один как бы прикол. По природе смотреть. И вообще сейчас вот совсем по-другому все. Заметил, когда очередной раз, ну или как бы разом за раз в одно место приезжаешь, такое впечатление, как будто оттуда не уезжал. Ну, погодка маленькая, да, похуже становится, когда получше. Ну, как будто все 2 недели здесь и был. Интересно, конечно. Веня сторожевая собака на лавке сидит. Туман поднимается горками. Видать, вода сходить с гор начинает. Площадь-то большая. Хороший протер. Уровень воды маленько-маленько поднялся, пока еще, ну это еще рано судить. Нет, так мы всегда на старте. Бродов много бежать. Ну, вот опять закапал. Видно. Вот поэтому на том еще перекатике постою маленько. Вот так вот. На галочку прицепил. В этот раз вроде окунь ловился.
попробуем. Льёт хорошо. Ну, самое интересное, теплый дождь. Он даже вот немножко за шиворот попал, по рукам стекает сейчас. Нормально тепло. Лето. 25 июля. В следующий раз, наверное, уже все. Не купаться, не под дождем стоять уже. Будет неприятно, в общем. Кстати, даже интересно, когда вот сейчас дождь такой теплый идет, погода такая мокрая стала. После последних двух поездок в жару такую, то есть спрятались от солнца. Сейчас от дождя прячется. Ну, так меняется, конечно, погода. Где природа сама начала меняться, где трава пожухла, где наоборот подросла. Интересно, да и место сказочное. Захотелось опять сюда вернуться. Как будто и не уезжали. Классно. В общем, история простая. Что будем кушать на завтрак? Яйцо. И вчера остался шашлык. Не доели. Было его много. Так вот. Сейчас обжарил лук с помидоркой. Кинем шашлык и зальем яйцом. Кстати, я когда лук обжаривать начинаю, всегда на сухой сковородке его пытаюсь обжарить, чтобы влага с него больше вышла, чтобы он потом не напитанный влагой. Вот так вот. Ну, покажу, что получилось. Шашлыка осталось много. Так вот он, если вот сюда упал, ничего, он потом зальется. Ну, прилично будет. Такие хорошие. Вот, что у нас получилось. Сейчас чайничек греем. Так, вот. Ну, вид как бы может быть не ресторанный, но аппетитный. Вкусно. И еще вон там пяточек у нас остался. Нет, даже 6 яичек. Это мы позавтракаем попозже, поужинаем, может быть. Ой, блин, какой собака хорошая. Друг наш. Друг. Вениамин. Веня. Мы его всякой Винтиком зовем, и Веней. Вообще его имя Веня. Такая кличка. По паспорту. Да, у собак-то клички. Кликуха. Самое главное, верный пес. И кто кормит, тот и хозяин. Да, так он послушный, самое главное. Ему говоришь, куда нельзя ходить там, ну или что-то кто делать. Тот и хозяин. Больше он туда не ходит. И такое не творит все. Вот. Раньше были консервы такие, завтрак туриста. Вот у нас сейчас тоже. Ага, завтрак. Завтрак. Шашлык яйцом залитый, да? На поджарочке вкусный. Вон он еще один. Вон еще один тут. Турист. Лук ест. Турист. Ну что, Винтик, дождь на улице начался, на ступеньку спрятался, сидишь, всю ночь здесь провел. Грызается на кого-то, рычит. Вот так вот у нас дверь закрыта. Высота. На 3 секунды выглянем за борт, что здесь происходит. Смотрите, какой дождь идет. А вот все снесет. Держать салат. Вот она. Все, закрываемся.
Замес по страху. Да и дождь такой начался. Нифига задрался. Но туда не заходит, боится. Знает, что получит. Вот он. Дождь идет. Палаточки снимаем. И гроза. Да, при таком дожде, конечно, гроза должна быть. Вениамин. Водичка поднялась сантиметров на 10, камень тот отскрыла. По-моему, вот этот даже вот был с ростком таким. Толкну на него ориентироваться. Да, прибавила маленько. Ну, не критично пока ничего. Показать со стороны, где мы находимся. Вообще, в общем, какое место красивое. Вот старица Томи. По протокам немножко вода вот так вот. И там Амута начинается. Хорошее место вот и рыбачить, и отдыхать, купаться там. И рыбка хорошая водится. Вадя чай уже зовет пить. Утро. Да, что-то мы поздно сегодня встали. Заспали совсем. Чистый воздух. Вода насколько поднялась. По этой протоке пошла. Такой ручей образовался. Маленький. Хотя не было. Здесь проходили прям свободно. Погода выровнялась. Жарковато уже становится. Купаться, наверное, сейчас пойдем. Видите, кто улегся, спит. Собака. Маленькая собака. Молодец. Хороший. Очень хорошо тамбур помогает. Нужная вещь. Как мы раньше его не сделали. Сами удивляемся. Так вот сапоги сушим. Так, ну у нас такое путевое тут. Вот, можно заглянуть, рукой помахать. Вот так вот. Это дом на колесах. Леня. Собака. Собака, иди сюда. Леня. Такой вот тамбур. Блин, ну железная дорога, конечно, напрягает. Ночью какая-то баба там села, ля-ля-ля-ля-ля, орёт тут. Место на земле. Да? Там купаться можно, того камня нырять. Вода немножко поднялась. Вот. Так. Купаться идем. И винтика. Всей толпой. Да, винтика с собой ведем. Пошли. Ну, по суше стало, конечно. Воды даже вот здесь нету. Перетекало. Да, бы хорошие сети. В этой яме цены нету. Стало жарко, полетела муха.
Вот мы сейчас винтика решили искупать. Подальше его запустить, чтобы к берегу подальше мог выплыть. Давай, давай, греби. Хвост как у бобра становится широченный, крючком каким-то загибает его. Вышел как аккуратно. Молодец. Можно стоять. Не брызгайся на нас. Дубль 2. Начинаем купание. Тут он сам перестал купаться, видать. Все, он погода другая стала и вода. Он же так сам заходил. Издевается над собакой. Это же собака, это же не бобер. Ну, так ведет себя как бобер. Прохладно? Да, походу последний раз купаемся. Ночь уже холодная была. Вода остывает. Фигурист, блин. Ну вот, можно купаться идти. Камера настроенная. Холодно. Иди, не лазь там. Веня! Морда! Веня, уйди! Уйди отсюда, Веня! Уйди! Ветерок хороший, теплый. Вадя посуду моет. Заровню готовит под плов. Сегодня будем готовить. Вкусно. Вот, хорошо. Плов готовим. И чеснок сейчас немножко повтыкаем. Запах замечательный. Чайничек, чтобы закипел. Вот так мы ласты используем. Костер раздувать. Ну, самое лучшее применение. Все, пойдем искупаемся. Пошли. Что-то тучи какие-то начали набегать. Ага, набегают. Похоже, последний раз. Что-то мы уже третий раз заходим купаться, и все последний раз. Все последний раз. Вот. Все хорошее когда-то заканчивается. Мы собираемся до дома. Погода портится начала. Вода резко поднимается. Заметки ставили, но, по-моему, лишнее уже будет по нашим бородам ехать. Сейчас покушаем и вперед. Совместим полезное с приятным. Или приятное с полезным. Песка домой маленечко привезти. Дождь капает на мотоцикле, но пока еще не льет. Так, ну все, входом и до дома. Хороший, да?
сплошной заплыв, короче. Так, сюда.